друзья! С вами, как всегда, я, Наталья Качанова-Роудс, и я рада видеть вас на своем канале. Как вы знаете, я консультирую женщин по вопросам создания семьи, поиска партнера и создания и развития гармоничных отношений, построенных на взаимной любви и уважении. Однако этот путь поиска партнера и создания отношений – он не всегда прост, зачастую тернист, особенно если мы говорим о поиске партнера в уже зрелом возрасте, когда у женщины, у мужчины уже был предыдущий опыт, и когда уже есть какие-то накопленные свои ошибки, свое видение мира, свое видение отношений. И я знаю, что многие из вас сталкивались и, возможно, сейчас сталкиваются с определенными трудностями в создании пары. Я сейчас работаю над новой программой, анонс которой будет уже очень скоро. В эту программу легли в основу реальные истории моих клиентов и то, как мы выходили из определенных жизненных ситуаций, что послужит тем из вас, кто примет участие в программе, как бы таким своего рода кейсом, основа для построения и ваших отношений. А сейчас я к вам обращаюсь за помощью, с просьбой. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, с какими трудностями в поиске партнера встречаетесь сегодня вы. Что вам дается сложно? Регистрация на сайте, переписка, поддержка долговременной переписки, общение в видеоформате, понимание того, твой ли это мужчина, как перейти на новый уровень отношений. То есть вопросов на самом деле в дейтинге очень много. И если некоторые есть вопросы, которые для меня кажутся простыми и уже как бы не требуют какого-то пристального внимания, я с удивлением обнаруживаю, когда разговариваю с клиентками, общаюсь с клиентками, что для некоторых женщин, ну, какие-то некоторые вопросы являются архиважными. Поэтому с моей стороны большая просьба. Для того, чтобы программа моя была максимально адаптирована под ваши потребности, напишите, пожалуйста, какие бы вопросы вы хотели, чтобы я осветила в этой программе, с какими трудностями вы сталкиваетесь, и, возможно, что бы вам хотелось узнать того, чего вы не видели в моих видео ранее. А я вам буду за это очень признательна, за вашу помощь в создании программы. Жду с нетерпением, что вы мне напишите. До скорой встречи. Пока.